Берем кухонный нож из так называемой пластостали. Вот он режет еле-еле. Берем вот такую вот точилку, доводилку. Ей очень хорошо править крючки. Ну и буквально плоской частью. Да, не создавая гаусениц, я на усилие нож прилагаю. Ну, чтобы вы понимали, это такой супер пластилин. Кочевая нержавейка, из которой делают ложки. Причем у китайцев вот эта штука сделана, я не знаю для кого, но она такая агрессивная. Нормальный хороший нож, на нем доводить страшновато. Больше можно снять, чем подточить. Ну и вот как бы секунда дела, и у нас да, с бахромой, но он уже острый. Теперь вот этой вот круглой кромкой, она вроде бы как поменьше. Придаем угол приблизительно 15-20 градусов. Но опять же это все на глаз. Это же пластилин. То есть даже чек начал крутить. Ну вот и все. Кому было интересно данное видео, полезно, можете подписываться на канал, ставить лайки, добавляться в друзья. Ссылку на эту точилку я оставлю в описании. Так что смотрите, подписываемся на канал. Всем пока!